Ну там тоже стояли, да? Вот они стояли. Вот мы с вами здесь лечим зубки. Все желающие могут сюда идти. Делают быстро, красиво и почти бесплатно. Олег, доктор. Красивый мужчина. Ну, доктор. Даже очень стройная фигура. Сама спортсмен. Ой. Лера. Ну это вы знаете кто. Красивая девчонка Лера. Ой, как страшно смотреть даже на это. Сверла сверля, такие звуки. А в конце выходят зубы красивые. Красивая улыбка, красивое настроение у человека. Телевизор можно смотреть, если очень страшно. В окошко, вид красивый. Какая красота. А погода какая сегодня классная, ёлки. Так на фото снимать, ну, интересно. Доктор зубы не только лечит, а и заговаривает, чтобы страшно не было. Вот я тут свои зубки лечу. Можно будет улыбаться всем, даже чужим. Так, ну что тут? Так, главное не забыться, не забыться ничего. Ну все, спасибо вам. Всего хорошего вам. Счастливо добраться. Олег, Лера, да, счастливо.